Светлана, здравствуйте. Хочу оставить свой видеоотзыв о вашей денежной консультации. Я осталась в полном восторге. И вот помимо того, что были четкие структурные советы, рекомендации, вот меня, знаете, просто в полный восторг вот ввело именно сам формат консультации. Это настолько он необычный, настолько мне такого никто не делал. Сама консультация длится на формате видео около часа. И сначала на экране, то есть вот мои фотографии, вы на экране. И так интересно, по чертам лица сначала вы там показываете. У меня конкретно запрос был, поскольку я полтора года назад стала работать на себя, и, соответственно, у меня все мои запросы были связаны с моей частной практикой, как через что мне заходить. Вот, и просто так интересно, как вот вы отдельные черты лица мои брали, смотрели, то есть вот показывали, что из чего следует. И на самом деле это здорово, потому что до этого многие специалисты, они просто вот как вердикт сказали, ты про это, и все. И это так как-то безапелляционно, как диагноз тебе поставили. А здесь было именно интересно, что Светлана объясняла, то есть вот она показывала, вот смотрите, челюсть у вас такая, вот поэтому вот лучше то-то, то-то сделать. То есть очень интересно. А потом был анализ моего почерка. Кстати говоря, я следую рекомендациям, и те рекомендации, что мне давала Светлана, я, то есть, все соблюдаю, там, в З хвостик дорисовываю, в Б теперь у меня, да, в части того, чтобы, ну, мечтать какие-то более амбициозные цели ставить, да, то есть все, я хвостики теперь осознанно вырисовываю. Потом тоже интересно, Светлана мне давала рекомендацию, у меня по паспорту одно имя, Наталья, а сама я себе выбрала Есения, и мне тоже было очень интересно, как это имя на меня влияет, поскольку я сама себя так назвала, то есть вот, что, как вот энергетически оно мне подходит, это имя, нет, хотя вот оно мне откликнулось, и удивительно, что Светлана разобрала, вот, то есть она мою фамилию в программе прямо мне показывала, ставила дальше конкретно мое имя Наталья, которая по паспорту, потом Есения. И очень интересно было вот увидеть, как там в формуле души числа все меняются. В общем, интуитивно, действительно, имя, которое вот мой, скажем так, псевдоним, он действительно работает на меня. То есть я и так это чувствовала, но когда специалист такого уровня, как Светлана, еще подтвердил, то это на самом деле дает большую уверенность. В общем, я прямо в полном восторге, и главное, что даны вот четкие рекомендации, вот. И когда мой супруг смотрел мой разбор, он тоже себе захотел, в общем, мы уже обратились к Светлане, она уже и супруга разобрала, вот. В общем, в полном восторге я осталась, и супругу понравилось. Светлана, огромное вам спасибо, вот. Действительно, то, что вы делаете, никто не делает, и спасибо за ваш труд, потому что я вот смотрю, сколько вы успеваете, у вас и семья, и стримы вы делаете, такие интересные, подробные консультации, такие качественные, в общем, я очень довольна, процветания вам. И самое главное, что вот сейчас консультацию я у вас брала, а еще я у Светланы обучаюсь физиогномике, сейчас анализу поведения. И вот поскольку я занимаюсь анализом целевых аудиторий, то мне очень помогают вот эти вот все знания, они настолько бесценны, настолько вот помогают понять, раскрыть людей со всех сторон, то есть подобрать, что им нужно, и вот... Очень здорово. Светлана, спасибо вам большое за все. И, конечно же, обязательно вас буду рекомендовать всем.